Вьетнам – страна социальных контрастов, древней культуры и невиданных природных красот. Она омывается Южно-Китайским морем, вдоль побережья которого и сосредоточена жизнь. Здесь проживает большая часть 80-миллионного населения. Нефтегазовая отрасль Вьетнама создавалась еще при участии Советского Союза. Сегодня поиски нефти и газа ведутся на шельфе при участии множества зарубежных компаний. За последние 20 лет был открыт целый ряд новых месторождений. Основная активность нефтегазовых компаний сосредоточена на юге страны. Однако вьетнамские власти видят свою задачу в гармоничном и равномерном развитии всех провинций. Перспективы Северного шельфа тоже оцениваются высоко. К тому же здесь находится крупный рынок потребления энергии, столица Вьетнама – Ханой. Начало совместной деятельности «Газпрома» и «Петровьетнама» положено в 1997 году, когда две компании заявили о совместных планах по геологоразведке и добыче. В 2000-м Вьетнам выделил один из наиболее перспективных участков – лицензионный блок номер 112 в Танкинском заливе, или, как его здесь называют, «Бакбо». Через два года создается совместная операционная компания «Вьетгазпром». Российская сторона полностью финансирует геологоразведку. Добыча будет вестись на условиях раздела продукции. Первая поисковая скважина глубиной в 3500 метров пробурена на структуре Бач-Чи. Переинтерпретация данных двухмерной сейсморазведки выявила очень сложное строение блока, поэтому проведена трехмерная съемка на площади в 800 квадратных километров. Потенциальные объемы газа, залегающего на этом участке, оцениваются более чем в 200 миллиардов кубометров. Вторая поисковая скважина, пробуренная в 2007 году на структуре Бао-Дэн, оказалась неперспективной. Но третья скважина, пробуренная в том же году на другой структуре, показала промышленный приток газа. Так было открыто газоконденсатное месторождение Бао-Ванг. После первого успеха «Газпром» получил от Вьетнама лицензии еще на 4 блока. Теперь его деятельность в этой стране распространяется на весь континентальный шельф, с севера на юг. Месторождение Бао-Ванг вместе с теми залежами, которые еще предстоит открыть, может стать мощной ресурсной базой Вьетнама. Это станет фундаментом всей газовой отрасли страны. Страны, которая, претерпев множество войн и невзгод, сегодня с упорством строит мощное основание для своего благополучия.